Весы, созвездие правосудия, символ твоей власти, о, Зевс, ведь ты взвешиваешь поступки смертных. Что-то навеяло. Помнишь, как я их создал? Сперва в мире жили титаны. И я, и другие боги одолели. Славное было время, Зевс. Да, славное. После я начал создавать смертных. Первые были из золота. Идеальные и скучные, и я их уничтожил. Другие из серебра. Но те были глупы и вредили сами себе. Тогда я выбрал бронзу. Большая ошибка. Они принялись сражаться, пока не перебили друг друга. Четвертой попыткой были герои. Они были просто великолепны. Из чего же ты их создал? В том-то и беда, я потерял рецепт. А нынешние смертные? Пятый век. Эти из железа. Лучшие из всех. О, ты правда так думаешь? Если бы ты не украл у богов огонь и не отдал смертным, тебя бы сейчас здесь не было. Ты же знаешь, что можешь это изменить. Я здесь из-за тебя. С железными сразу же что-то пошло не так. И чем дальше, тем хуже становилось. Может, использовать сок виноградной лозы? Или, скажем, оливковое масло? Что же не так с железными смертными? Распущенность, себелюбие. Они не хотят мыть руки. Жаждут удовольствия и власти. И то создают кумиров, то отвергают богов. Они неуправляемы. В точности, как ты. О, похоже на то.